Самый сложный, масштабный и затратный проект «Магадан Теплосети» – это замена первой тепломагистрали на улице Советская. Ведь там идет не просто замена теплосети, а замена магистрального трубопровода с увеличением диаметра. Раньше там находилась труба с диаметром 500 мм и обеспечивала она 3 центральных тепловых пункта. Но сейчас ее диаметр увеличили на 300 мм, поэтому в недалеком будущем она уже сможет передавать тепловую энергию в гораздо большем объеме. Также она будет находиться в полностью проходимом канале с освещением, чтобы специалисты могли спокойно проверять и обслуживать трубу. Поэтому за все время работы новой трубы на этом участке не потребуется делать большие траншеи и перекрывать улицу. На сегодняшний день мы закончили монтаж обратного трубопровода этой магистрали. Сейчас на данный момент производится гидропневматическая промывка. Далее будет дезинфекция. И по результатам этих мероприятий этот трубопровод будет включен в работу. И приступим к окончанию монтажа подающего трубопровода. К понедельнику все работы будут завершены непосредственно по монтажу трубопроводов. И вся остальная дальнейшая работа будет заключена именно на выполнение строительных работ. Это монтаж перекрытий канала, раскладка компенсатора. Это чисто строительные конструкции будут выполнены. Трубопровод будет готов. К началу отопительного сезона он будет готов. Все остальное мы будем выполнять уже при начале отопительного сезона. Оно на качестве и времени начала отопительного сезона не скажется никоим образом. То есть это, по сути, будем ставить крышу над лотками. Сейчас идет активная подготовка к новому отопительному сезону, и во время опрессовки были выявлены некие проблемы. Однако все их нашли и быстро исправили. Сейчас специалисты Магадан Теплосети занимаются плановыми работами, но уже в скором времени они планируют максимально подойти к началу отопительного сезона. Кроме того, сейчас ведется контроль за температурой воздуха не только в городе, но и в поселках. По словам мэра, запускать отопление будут раньше, чем положено. Я хочу сказать сразу, что запустить отопление – это не включить рубильник с электроосвещением. Мы сначала заполняем сети, они находятся в статике под давлением, затем запускаем это все в домах. Итак, первыми тепло получат в Уптаре, Снежном, Радисте, Авиаторе, Дукче, Марчикане и Новый Веселый. Запуск 8 сентября, то есть завтра. 9 сентября запуск отопления в поселке Сокол. И с 10 сентября начнется заполнение системы Магаданской ТЭЦ, кроме ЦТП 1, 2 и, по-моему, ЦТП 13. Ресурсники сделали все для того, чтобы своевременно подготовить город к началу отопительного сезона. Была своевременно проведена опрессовка инженерных сетей. Около 60 повреждений было выявлено и устранено на тепловых сетях города Магадана. Видели, сколько было разрытий. Это, конечно, неприятная ситуация, но вынужденная мера, потому что нужно частично заменять там и запорную арматуру, и участки тепловых сетей для того, чтобы не заниматься этим в зимнее время, когда ресурс должен подаваться непрерывно 24 часа в сутки.